Вы же не договаривались предварительно, это всегда был сюрприз для ресторана. Ну, конечно, и была целая стратегия, которую я выработала. То есть ты приезжаешь в маленький город, так вышло, что фамилия реально летучая. И, например, когда я летела в какие-то города, меня вычисляли по авиабилету, потому что там в авиабилете летучая Елена Александровна. И я старалась ездить на поездах. И первыми ресторанами всегда были, ну, самый фешенебельный, дорогой ресторан, потому что, как правило, это был отдельный мой фетиш, потому что они, как правило, были самыми плохими. Их даже искать не нужно было. Они все всегда стояли первыми на TripAdvisor. Они проплачиваются, и они стоят первыми. И эти рестораны принадлежат всегда очень серьезным людям в городах. Первый ресторан, если я проверила, дальше по маленькому городу распространяется так быстро информация. Мне нужно было в первый день снять 3 ресторана. В программе было 3 ресторана, 2 отеля. 5 локаций. И, конечно, я очень-очень торопилась.